Всем доброе-предоброе утро. Видите, какая у нас погода обманчивая. Кажется, что тепло, так хорошо, но свежо. Очень даже свежо. Не по-майски, скажем так. Хотя еще и не май. В общем, я в ветровке такой, но довольно-таки нормальная. И мне совершенно не жарко. Ноги даже вот немного подзябли. Но ноги у меня всегда мерзнут, даже летом. Что это такое? Так вот без ветра на пляже хорошо. Представляете, нас вчера затоп, который вы видели в предыдущем влоге. Если не видели, то перейдите, посмотрите. В общем, даже показывали по Первому каналу. 10. Представляете, какие мы знаменитые. Пора открываться. Это так каждый час трезвонит. Так вот, показывали даже по телевизору. Мне сегодня подруга тоже шлет видео, как там трактор едет по этим лужам. Я и пишу, говорю, да я уже вчера все засняла. Представляете? Но сегодня уже передали, что ветер стихнет, не будет, шторм уже угасает. Ну вот вижу, что там уже не такие белые шапки на море. Вот. Дай бог. У нас если ветра нет, то и на улице хорошо. А этот ветер, видите, уже белых шапок не так уж и много. Так иногда. Ненавижу вообще ветер. По мне лучше дождь пускай льет, чем ветер. Я разговариваю, и этот со мной ходит. Мы туда, и он туда. Вот так и гуляет. Я сяду, и он сядет. Пока я смотрю, у меня там никого нету, можно и погулять. Я сяду, и он садится. Ой, не могу. Так вот, я некоторых собак смотрю, собачников, знаете, ходят с собаками туда-сюда, или даже просто сядут, а собаки сами гуляют по себе. Фикушки, с моим такой не пройдет. Он, если увидел, что я села, то ему тоже надо сидеть и ждать, пока я... Если я остановлюсь, он тоже остановится и смотрит на меня, типа, что ты встала? Anda como grita este? Не топау, верда? Попугай ее, это уже она говорит... Говорит, он меня уже с ума свел. Говорит, ни дома, ни внутри, ни снаружи, нигде не замолкает. Не говорит, не закрывая его. Он все равно не замолкает. Говорит, он мне, говорит, до мозгов уже все говорит, мозги мне уже съел. Ну, ладно, я еще думаю, попугай завести или нет. Будет мне тоже так пищать. Ладно, буду открываться. Заехала в Лидл, купила вот такой себе шланг, вот, на террасу, со всяким приспособлением. В Лидл, в принципе, за этим и ездила, потому что тут у меня есть вот такой шланг. Ну, знаете, для ведро, вот, для ведра с,
Ой. Ну вы поняли, для какого ведра. Поломойного. Или как он там? Ну и еще мне хлеб нужен. Я в Лидл, в принципе, за хлебом ездила. Я в день съедаю кусочек хлеба. Вот тут из серединки полкуска, потому что они слишком большие. Поэтому мне хватает где-то на месяц. Купила. Ой, бля, да что такое? У меня сегодня любимое слово. Бля. Да, а что? Сейчас еще и песню буду петь Макса Барского. Он там вон у меня как разрывается. А я тут вам показываю. Это я с голодухи, я есть хочу. Я сейчас разогрею себе картошку вот эту. Почищу ее и разогрею на оливковом масле. Знаете, как вкусно будет? Сало не хочу. Кстати, сало там у меня всего было 140 грамм. 40, грамм 40 сожрала. И остальное вот лежит. В охоточку, знаете, прям, когда хочется, хочется, потом начинаешь есть, уже не хочется. Ну да ладно, не речь не об этом. Хлеб, значит, купила. Клубнику купила. Пиво, потому что подумала. Мне курица сегодня буду готовить, наконец-то. А то иначе пропадет или замораживать надо. В пиве больше нравится, чем в вине. В вине оно больше как-то, знаете, такой более кислый вкус. В пиве мне больше нравится, но так как дома пива не было, значит, я буду в вине. Ну, а раз в магазин ходила, причем берешь одну банку, вторая тебе на 70% дешевле. Я пиво дома вообще не пью. Ни вино не пью, ничего не пью. И не дома тоже. Кстати, но муж любит иногда, тоже раз в год. А еще, смотрите, не могла отказаться от креветок. Ну, это лангостины. Тоже они с предложением были. Вот, вот это полкило, что-то 3 евро стоило. Песня так. Слышите? Ты странная. Ладно, блин, жрать хочу. Буду кушать. Ну, а теперь пришло время для чая с пироженкой. Сейчас половину этого съем, половину этого съем. Хочется все-таки посмотреть, что там внутри. Что это такое? Ой, это какое-то не мягкое. Ой, смотрите, бисквит с чем-то. Очень интересно. А это что? И это тоже бисквит. С заварным кремом. У них тут заварные кремы так любят, что мама не горюй. Везде. Форма разная пирожных может быть, а крем везде один. Вот. Вообще я люблю пирожные чизкейки. Муж говорит, не было. Все родственники, все знают, что я обожаю сырные, творожные. Вот с этим здесь проблема. Не знаю, почему они не делают, допустим, крем из сгущенного молока, из творога. Везде этот заварной крем и взбитые сливки. Ни заварной крем, ни взбитые сливки я не люблю. И меренги. Тоже я их не люблю. В общем, не люблю, но приходится есть. Другого выбора-то нету. Успела пропылесосить. Сейчас пыль буду протирать. И потом пойду к бухгалтеру. Бухгалтер, милый мой бухгалтер, вот он какой, такой родной. Вот, опять пришло время платить по налогам, но я вам уже сговорила, по-моему. Еще сидела тут, разбиралась с шлангом, пыталась понять, куда вот эти вот штуки всякие. Ну, ничего у меня не получилось. Ну, и особого желания, в принципе, нету. Поэтому оставлю это дело для мужа. Вот так. Я так самое важное дело сделала, купила его. Вот. А все остальное это уже не мое дело. Правильно, правильно. Потому что сейчас лето наступит, дождей не будет. А мне туда наверх Чарли иногда ходит дела делать. И поэтому надо мыть террасу. А шланг все время снизу вверх таскать тоже не очень удобно. А внизу мне шланг тоже нужен. Ну, нужен ведро налить, допустим, всегда у меня. Блин, ну как же оно называется, это ведро-то, а? Как же оно называется, это ведро-то? Ну, как, ведь название-то какое-то у него должно же быть.
Ой, я не помню, как оно называется. В общем, ведро там надо его постоянно наливать, и мне там удобнее. И с кухней рядом, а вы знаете, что на кухне полы больше всего надо мыть. Постоянно что-то капает, что-то льется. Вот. Так вот, в 6 мне нужно пойти к бухгалтеру, поэтому я сегодня с Чарли погуляла по пляжу, потому что я сладко спит. Видите, не тепло у нас еще, поэтому он ищет, где бы ему потеплее. Вот. И вообще на воскресенье дождь передают. Ну, вообще какой-то погода пипец. Да, не жалуют. А до 6 еще полтора часика пойду. Сейчас чай заварю. Пока будет чай завариваться, пыль протру. Что тут ее протирать-то, господи, 5 минут. Ну и все. Вот. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Вот он какой. А потом приду и буду курицу готовить на завтра. Такой родной бухгалтер. Милый-милый мой бухгалтер. Буду чайник наливать. Смотрите, у нас на улице кукольный театр для ребятишек. Прикольно. Нет никакого праздника, просто вот так вот для ребятишек. Porque el director del festival me ha dicho que en este pueblo, en este municipio de Motril, hay muchos fantasmas. ¿Es eso cierto? ¿Es mentira o es verdad? Говорят, в этом городе у вас очень много привидений. Это правда или ложь? И ребятишки кричат. Врут. В общем, для ребятишек чего только нету. Я уже иду к бухгалтеру. Обувь посмотрим, какая будет в этом году модная. Ну вот эти еще ничего, да, симпатичные. Здесь хорошая обувь. Ну что-то как-то, не знаю. Галоши такие. Прям галоши, правда? Вообще, наверное, удобные. Вообще тут вообще закрывается, но переделывать что-то будут. Тут обувь тоже продается. Так, вот иду. И тут магазин тоже неплохой с одеждой у нас. Только оно как-то вот не очень качественное. Одни штаны купила здесь, и знаете, они у меня порвались буквально за один день. Да-да-да. Интересное платьишко. Только вот такие полоски, они вширь нас увеличивают. Вот мне надо сверху такие полоски, а снизу вот как сверху поменять местами. Ладно, пошла я документы относить. Вы не представляете, как у на улице дубак. Прям холодно вообще. В общем, будем готовить курицу. Для этого нам понадобится курица. У меня полкурицы. Я кожу сняла. Это крылышко, поэтому кожу сняла. У меня тут полкурицы. Она уже нарезана. Все дела. Сковородка с маслом. У меня оливковая. Баночка пива. Здесь 350 грамм. Чеснок, можно было бы побольше. Здесь, наверное, зубчиков 6. Вот. Лавровый лист, перец горошком и приправы. Травы разные, какие вы хотите. Вот, для начала обжариваем курочку. Так, знаете, до золотистого цвета, когда начинает она подзолачиваться. Чтобы потом кинуть чеснок. Потому что если мы кинем чеснок сначала, он потом сгорит весь нафиг. А горелый чеснок горчит. Так, вот кладем курочку, крылышки. Ого, нихера себе перо какое. Проглядела. И обжариваем. Видите, оно у меня уже. Ляшка. Мы ляшки не очень любим.
Я люблю вообще в курице кости, косточки. Я вообще не только в курице, я везде люблю косточки. Я как собака. Люблю кости. Вот так вот. Кладем. И начинаем обжаривать. Достаю свою супер-пупер модную крышку. А где она? А вот она. Крышка до революционных лет. Ну ничего. Все, не куплю никак крышку. Представляете, я совершенно забываю о ней. В общем, обжариваем. Видите, она уже начинает поджариваться. Самое время засыпать чесночок. Ну давай же. И помешать. Блин, чеснока можно было бы, конечно, побольше. Что-то я... Ой, какой сразу запах пошел. Жареный чеснок, это что-то. Это что-то. Вот такой запах пошел. И как только чеснок начинает золотиться, можно уже посолить. Посолить. Солью будьте аккуратнее. Можно уже добавить, ой, перец горошком. Перец горошком и травы. У меня вот немножко осталось всяких провансальских, или как там их назовешь, трав. Что-то, наверное, много, если я все забуду. И опять помешаем. Видим, что чесночок у нас начинает золотиться. Видите, золотиться начинает. Самое главное, чтобы чеснок не сгорел. Сгорелый чеснок горький. Вот. Можно бросить туда уже лаврошечку. Вот. Так, чесночок у меня совсем прям золотой. Открываем кипятком. Открываем и заливаем. Не боясь. Так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Убавляем на пятерочку. И все, закрываем крышкой. И все это должно томиться. Алкоголь, естественно, выпарится. Никакого алкоголя там не будет. Минут 15 должно эта вся жидкость выпариться. И остаться такой, знаете, соус. Соус, супер вкусный соус. В принципе, да, все. Весь рецепт, представляете, как легко и просто. Закрываем, оставляем минут на 15. И пока у меня тут все готовится, я иду в душ. Купаться. Потому что на пятерочке ничего страшного не будет. Ничего не сгорит. А мне нужно искупаться. У меня сегодня большой брат по телеку будет идти. Уже финал начинается. Вообще пипец. Так быстро время летит. А что я потом буду смотреть? Но об этом мы подумаем потом. А пока мыться. Прошло 15 минут. Смотрите, видите, как он начинает бурлить? Как будто вот как вот соус такой. То есть не просто вода типа выкипает, а вот прям бурлит как соус. То есть это уже минут 5. И готово. Кстати, я увеличила до шестерки огонь. Можно даже увеличить до семерки, чтобы выпарилась вся вот эта вот лишняя влага, да. А там я поставила варить, знаете что? Крупа полтавская у меня оказалась. Мне Ольга дарила, мне моя подруга. Вот. Крупу, да, мы драли друг другу крупы в подарок. Ну, она в России ездила, когда привезла. У меня еще по сейчас есть. И я вот решила отварить ее. И завтра буду с этой курочкой кушать. Знаете, как вкусно будет мне.
Очень вкусно. Закипело. Убиваем. Убиваем. Убираем жидкость. А сюда, наверное, прибавлю. Семерочку включу, чтобы вся жидкость лишняя ушла. Все, минут 5, и она буквально готова. Смотрите, как начинает бурлить. Видите? Так вот, как будто соус. Слишком выпаривать тоже не надо, потому что иначе соуса никакого нифига не останется. А сухая курица, как бы, это не комильфо. Все бурлит, все кварчит. Все, прошло еще 5 минут. 20 минут в среднем. Видите, сколько жидкости? Ну, где-то половина испарилась, скажем так. Вот. И все, я выключаю. И на завтра. Кстати, лавровый лист можно вытащить. Он придает горечи, если не вытащишь. Лавровый лист. Его всегда желательно вытаскивать из готового продукта. И все. Все, всем приятного аппетита. Кашка моя. Вырубаем. Накрываем супер моей крышечкой. А, нет, сначала нужно выкинуть лавровый лист. И все, и всем приятного аппетита. На ужин у меня тут чернослив. Он уже разбук. Водичку я уже выпила, смотрите какой. Как прям свеженький. Буду сейчас с вами прощаться. И Чарли мой тоже с вами будет прощаться. Да, моя рыба сегодня дома один сидел, пока я к бухгалтеру ходила. Да, ну я недолго была. Часик всего. Холодно, блин, вообще. Я вся замерзла. Нос красный, холодный. Куда пошел? Куда пошел? Это мои сливы. Дай поцелуемся. Давай поцелуемся. Ой, целоваться. Ой, целовашки, обнимаю. Все, хватит. Все, хватит, весь крем сожрешь. Нафиг я тогда кремом мазалась. Все идут, все в шарфах. Прикол вообще. Апрель на носу. Вот тебе и пожалуйста. Правильно говорят, знаете как? Марток наденешь, трое порток. А то и четверо. А я уже все прибрала. Ой. Ой, господи. Шланг лежит, мужа ждет. На игрушке своей. На игрушке своей улегся. Улегся на игрушке своей. Как всегда, за лапы у него развалил. Ладно, друзья. Спасибо вам за все, за то, что вы есть. Завтра уже у нас пятница, развратница. А потом выходные. Всего вам самого наилучшего. Отработать хорошо завтра последний денечек перед выходными. И всем пока. Пока.